Татами 2. Приглашаются Калюкин Денис, центральный федеральный округ Курской области, Ибрагимов Имам, северокавказский федеральный округ Республика Дагестан. Победил на татами 4, победил Искендеров Павел, центральный федеральный округ. На татами 3 приготовится Тепляков Станислав, центр Рязань, Угурчиев Ислам, СКФО Ингушетия. Татами 4 приглашаются Бахадиев Азизуго, Уральский федеральный округ, Костин Артем, центральный федеральный округ. Татами 2 повторно приглашается Ибрагимов Имам, Северокавказский федеральный округ. Татами 2 ввиду травмы соперника победа присуждается Калюкину Денису, центральный федеральный округ. Победил Кармов Малик, Москва. На татами 3 приглашается Тепляков Станислав, центр Рязань, Угурчиев Ислам, СКФО Ингушетия. Татами 1 победил Хабибаджан Тагоев, Сибирский федеральный округ Иркутск.